Прокуратура Турции тем временем потребовала пожизненного заключения для журналистов газеты «Республика». В конце прошлого года они публиковали материалы о связях турецких спецслужб с исламистами в Сирии и тайных поставках оружия террористам, после чего в суд на них подал лично Реджеп Эрдоган. Сейчас к заключенным не допускают никого, кроме родственников и адвокатов. Отказ получили и международные организации. Многие называют это дело политически мотивированным. Правозащитники по всему миру всерьез обеспокоены соблюдением прав человека и свободы СМИ в стране. Так, в докладе неправительственных организации Human Rights Watch отмечено, власти Турции преследуют неугодных журналистов и оппозицию, допускают произвол правоохранительных органов, а также жестоко подавляют протестные митинги, пуская в ход водометы и слезоточивый газ.